Меня зовут Вадим Гуров, я технический директор «Одноклассников». Я руковожу всей разработкой, которая связана с «Одноклассниками». Собственно, я так долго работаю здесь именно потому, что я считаю, у нашего проекта большая социальная миссия. Мы отвечаем за то, чтобы люди, которые к нам приходят, они получали ту порцию удовольствия, общения, которую, собственно говоря, наш сайт им дает. Для меня, конечно, самое интересное – это смотреть, что происходит на рынке, и стараться не то, чтобы следовать трендам, а уже хочется задавать тренды. И, в общем-то, нам это удается. Нам нужны люди, которые помогали бы нам развивать продукт. Потому что идей, которые к нам приносят продукты и спецификации, уже гораздо больше, чем мы можем переварить. Если идти снизу вверх, нам нужны бэкэнд Java-разработчики, нам нужны Android-разработчики, iOS-разработчики, фронты, которые умеют писать для браузеров и для мобильных браузеров. Приходите к нам знакомиться и будем вместе развивать наш проект. До встречи на собесах. Всего вам хорошего.